Ну что, катаны, давайте теперь разберемся со вторым заданием мечты Сахейля, затаившиеся наемники. Нам надо куда? Вот сюда. Что-то с них дропа нет никакого. А, надо вот за ней проследить, значит. Хотя, может быть, ей убить надо, не знаю. Или скрыться от нее. Ну-ка, если просто попробовать. Да, надо, короче, проследить вот за этой девчонкой. Марг Барпарвераван, блин. Короче. Давайте попробуем ввести пароль. Марг Барпарвертран. На! Ужас. Достижение получено. Какой пароль? Найдите ценные предметы. Так, тут еще один тотем. Так, обыскиваем вот этот обычный сундук. И получаем записки скалы поедателя ягнят. Все, вместе с этим возвращаемся к Сохелю.
Вот мы и завершили задание «Затаившиеся наемники». Все. Спасибо за просмотр. Удачи в Тевате. Еще услышимся. Пока.